have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки, с вами Оладушки, это Смердящий Рыжий, за нами закрылась дверь. Как я и подозревал, загрузили меня именно отсюда. Пойдемте смотреть. Что-то я решил передвигаться прыжками. Значит, сюда нам нельзя, туда нам... Там какой-то мордобой справа, я не знаю, пойдем посмотрим. Я еще никуда не ходил, ни наверх, ничего. Сейчас посмотрим, что происходит. You must vote. Блин, я не успел прочитать, что они там писали мне. Эй, человек! Иди сюда! У тебя есть еще один прекрасный урок истории. А, это еще одна фреска. Да, давай. Подойди поближе, рыжеголовый невежда. Вот она фреска. Я все еще могу ходить? Только в ограниченной области, как мим в коробке. Ну что, это лучше, чем ничего. Итак, как выяснилось, смерть магистра была не просто формальностью. Генералы начали спорить между собой, перекидываясь оскорблениями. Ну, как и изображено, да. И... Зад. Вперед. Зад. Вперед. Зад. Вперед. Зад. Вперед. Прекрати, это действует, это реально действует на нервы. Это мне приходилось нажимать, ладно. Прямо как и спор о том, кто будет следующим магистром. Я-то тут при чем? Отпусти. Погоди-ка. А, спасибо. Все отпустило. Нет. А, да. Пойду-ка я отсюда. Иди. Но не говори потом, что я тебе не предупреждал. О чем? О чем предупреждала? Ты не предупреждала. Да я только и делаю, что предупреждаю. Блин, он что-то съел, потом выплюнул. Фу, блин. О чем? Кто меня предупреждал? Ладно. Оп! Нормально. Ставь меня в покое. А че вам тут мы... Ага. Ой, больно. Фу, моя очередь. Серьезно? Теперь я смогу допрыгнуть? О боже. Я, кстати... А зачем? Да? А, погодите, я, кажется, понял. Подожди, подожди, подожди. Мне нужно вот так. Оно поднимется. Погоди, я могу этого скинуть до конца? Нет. Хороший протухший рвотый парень. Я пока не могу до конца понять... Что от нас тут хотят? Так, хорошо. Давайте попробуем тогда таким образом. Вот эту штуку... Я же ее не столкну вниз или столкну? Давайте попробуем. Зачем я управляю этими кнопками, никто не знает. Она упрется. Да, она упрется. Значит,
Она здесь не для этого, чтобы я ее столкнул вниз. Для чего? Я могу поднять ее вверх, но это мне то... Туда столкнуть ее тоже не получится. Там, видите, столбик-ограничитель есть. Так, оно вообще не работает. Да за... Спасибо. Там я видел тоже столбик-ограничитель. Зачем мне двигать эту фигню? Вот зачем. Пахнешь протухшей рвотой. Чтобы назад как-то за... А, что, в принципе, выбраться отсюда? А я что, под... я ж мог тут перескочить или нет? Ну, попробуем. Нет. Ну, сверху я бы перескочить мог, отсюда я перескочить не могу. Ладно, с этим не проблема. Я на всякий случай подвину. Погодите. Мне стало интересно, а я смогу... Уи! Да, я долетаю! Тогда, честно, я не знаю, зачем мне эта штука. Кто понял намерение автора, пожалуйста, напишите мне, скажите. Здесь мы теперь можем сделать вот так. Вот так. Сюда типа тоже можно было кого-то загнать. Да. Погодите, 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 ребят, погодите. А почему меня не засасывает? Окей, окей, стойте. А, я, кажется, понял. Я, кажется, понял некоторые вещи. Ну, скинься! Погодите, поэкспериментируем немножечко. Если я правильно понимаю, я могу это правильно понять. Идите быстро. Давай, одного. Как это сработало? Нет, 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 погодите, это как-то не так должно работать. Ну, то есть он же за ним погнался, правильно? Правильно. А почему он за ним погнался? Там есть какой-то скрипт. Кстати, счетчик 5-5, если что. Окей, я вас понял.
Все на подъемник, давайте, давайте, давайте. А, да? Можно вот так сделать? Если мне сейчас получится его столкнуть, а у меня может. Вот он! Эти плавают, ребята, я понял. Мне нужен один. Погоди, один. Я понял, как это работает, смотрите. И вообще я понял, зачем мне это. Я внизу на дне увидел ботинки. Если мне получится забить обе эти канализации... Одну я сейчас вот столкну девушку. До свидания. Мне нужно забить третью канализацию. Третью канализацию я могу забить, если... Я знаю, что... Подождите. Пробуем такое. Но я и никак... Надо, чтобы он за ней погнался. Блин, а как теперь это сделать? Ну, то есть, частично этот план, конечно, сработал. Меня это бесит. Пробуем еще раз. Но полицейский не хочет за ним прыгать. Вот в чем проблема. Полицейский не хочет за ним прыгать. Я же не смогу просто так напугать. Хотя, может, смогу? Нет, не смогу. Мне нужно его как-то заставить туда нырнуть. Это делается с помощью полицейского. Стой, тварь. Я не могу заставить полицейского спрыгнуть. Вот в чем проблема. Даже если я подвезу полицейского... Хотя, может, если я подвезу полицейского поближе? Видите, он на него не реагирует. Бесит. Ладно. Ну, то есть я понимаю, что одну можно было столкнуть платформой, второго нужно как-то загнать с помощью полицейского, потому что платформа туда не дотягивается. Но как стригерить полицейского, чтобы он слез, или как стригерить этого пацана, чтобы он туда прыгнул, я не знаю. Это еще одни ботинки. Если что. Это еще одни ботинки. Сейчас увидите, я вам их покажу. Я, по-моему, их даже видел. Да, залезь, пожалуйста.
Видите, вон там, на дне, справа, внизу. Это еще одни ботинки, которые я мог бы себе забрать, если бы я придумал, как того чувака скинуть вот, вот сюда вот. Я не могу этого придумать. Ладно, ребят, потратили много на это времени. Пишите, если знаете. Это очень интересно. То есть это хорошая загадка. Я ее почти разгадал, почти. Ну, знаете, почти не считается, поэтому все же нет. Ладно. Сейчас эта дверь тоже закроется. Да. Сюда, ну сюда. Там вентиль. Который мне, скорее всего, нужен, да? Ну, пойдем наверх. Часть этого всего я уже повырезал, на паузе сделал. Серия будет, наверное, чуточку подлиннее, чтобы вам оправдать это все. Ну, я не знаю, мне лично было интересно это разгадывать. Извините, если затянуто. Что-то я отсюда полностью, что ли, выбираюсь? Погодите. Так, тут становится темно. О, привет. Свобода, ага, два раза. Свобода. А зачем мне все это? Я могу пойти туда, могу пойти сюда. Там курица. Так, опять загадка с вентилями, да? Ого, одна из самых больших куриц, которые я когда-либо видел. Пока что это все очень сильно непонятно. Оп. Нет же ж. Я же допрыгнул. Где я окажусь? Погодите, мне все-таки интересно, что там за темнота была. Пойдемте посмотрим. И почему мне нужно выпустить этого человека? Мне кажется, ее нужно выпускать не сейчас. Мне кажется, ее нужно будет выпустить. Жалко, я вниз... А, я уже спуститься даже не могу. Ой, в смысле подняться. Это печаль. Я бы сходил бы в ту сторону. А, мне нужно два человека, чтобы ехать на этой штуке. Пойдем. Она ко мне не подойдет, пока я не помоюсь. Хорошо, я понял. Я понял. Теперь все начинает потихонечку складываться в одну картину. Так, что с курицей-то? Я до нее допрыгнуть не могу, понятно. Не особо-то и хотелось. Да ну я же допрыгиваю. Нет, ну ребят, ну это нечестно, я же допрыгиваю. Смотрите, ну тут нормальное расстояние, что не так-то? А, меня смывает вот этой фигней, что ли? Понял. Такое тоже возможно. Тогда мне нужно прыгать сверху. Прыгать, говорю, а не камнем вниз. Тут есть душ, да, вот он мне и нужен. Да ну зацепись же ты, дружище! Я ж до душа тоже не допрыгну. Ты чё? Видите, меня смывает. Так, погоди. Вы можете мне камеру, пожалуйста? Ну я же говорю, что я допрыгиваю. Ну кого фига? Там черепа. Стоп, спасибо. Денджер. Серьезно?
Я должен был это успеть сделать. А я... Ну-ка, я прыгать под водой-то могу или нет? Могу прыгать. Я не успею это сделать ни в жизни, вы чё? Но я не успею, я даже... Так, ладно, пробуем другое. Могу ли я, в принципе, выпрыгнуть отсюда? Могу. А там? Могу. Я не успеваю развернуться. Я понял, да-да-да. Вот так надо сделать. А теперь ч... Серьезно, туда? Да я же нажал Shift. Не успею, не успею, не успею. Да уже не, я понял, уже не... Там с шифтом надо прыгать. Без шифта, без... Эта дверь еще закрыта, да? Я понял. Вот так надо. Нет! А, я не могу развернуться, прикиньте, пока не проползу все это. Ну вы серьезно? Он просто уже принял стойку такую, оп, и все. И сейчас обратно, да, спасибо. Нет, вот, вот это неправильно, на мой взгляд. Короче, когда ты так ползаешь, ты назад ползать не можешь. Ёлки-палки, вот что я вам могу сказать про это. Это чертовски жестко. Мне, между прочим, еще выбираться сейчас отсюда. Надо заранее, просто заранее прыгать, пока еще электричество в воде. Прыгать и рассчитывать на то, что ты приземлишься уже без электричества, иначе ты не успеваешь. Это просто козец. Не, как бы да, это выполнимо, но это козец. Вы чё? Это негуманно. Так-то лучше. Намного лучше. Когда воняешь, надо мыться, было написано. Кто бы спорил. Теперь со мной поедет девушка. В чем прикол этой курицы? Мне попробовать к ней сунуться или нет? Интересно, откуда я начну? Ясно. Откуда? Хорошо. Меня устраивает. Я не знаю, в чем прикол этой курицы. Да, нет, 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 я же сюда не хотел, вы чё?
Внимание, вопрос. Мне теперь нужно наверху лифта ехать или внизу? Запах свежего воздуха быстрее. Надеюсь, что внизу. Что теперь? Наш этаж, да-да. А, мне ее скинуть надо. Блин, получается, я там наверху что-то пропустил. Стоп, мне надо как-то... Ох ты ж! Я тебя понял. Ай, я забыл про эту штуку. А почему нельзя чекпоинт там сделать уже после краника? Ну это же одно с другим не связано вообще никак. Вот. Это я понял, мне нужно было его остановить именно таким образом, чтобы... А теперь ты. Оп. Отлично. Так мы их обоих отбайтили отсюда. Лидерпал, его смерть формальность. Ну это, конечно, да. Тут наши полномочия все. Че это такое? Ну, игровой автомат, точно, это игровой автомат. Жаль, не работает. Типа у тебя монетка есть. Но в следующей игре допилят. В смысле, в следующем шоу. Да, да, ты так и хотел сказать. А может работает? Блин. Опасно было. Последняя фреска. Рассказ о ней можешь пропустить. Договори уже. Чтобы поддержать власть, было основано Министерство вещания. Резонно. Почему? Что будет, когда закончится место для постройки стен? В сердцах людей всегда есть место для возведения новых стен. Стоит начать их изводить, и становится тяжело. А ты у нас философ. Каркнул ворон, нет стенам. Nevermore. Да. Ну что ж. Мы как раз с этой стороны статуи и оказались сейчас. Ничего не произошло. Я не ждал. Да, на ту сторону я уже, к сожалению, никак не попаду, и там можно было сходить налево в темноту. Я думаю, что там могли тоже быть ботинки. Надеюсь, Фрэнк этого не услышал. Dignity and great prosperity of country exists only when the great show is broadcasted. Ага, то есть достоинство и процветание великой страны существует только тогда, когда работает великое шоу. Ну, когда транслируется великое шоу. Вы видите эту морду внизу? Ах, черт. Снова Фрэнк. Фрэнки! Отстань от меня! Фрэнк! Черт, в воде не побегаешь. Да, в воде не побегаешь. Там ботинки. Я понимаю, что он все ближе.
Них засчитали или них не засчитали? То есть мне нужно их время, нужно время их рассмотреть, серьезно? А это реально вообще? Я не понимаю, как это происходит. Может их сейчас обвалить, а потом каким-нибудь образом за ними вернуться? Начать бредятины, согласен. Наконец-то он уходит. Я могу? Не, крокодиловая кожа не в моем стиле. Я был прав, да, это нужно обвалить сначала, а потом, если бы я сейчас вместе с ними упал бы. Ладно, окей, эти мне засчитались, 5 из 18, причем как минимум 3 пары, которые я знаю, что я точно пропустил, и одни даже в этой серии. Я, наверное, 4 пропустил. Так... Тут у нас творится уже какая-то темнота. Я даже не знаю, ребят. Ну, давайте тогда... Нет, нет, тут очень такое хорошее место. Сейчас начнется какое-то новое приключение. Давайте тогда на этом закончим. А пока что, спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.